Подтверждение. Два часа бесплатной парковки при наличии подтверждения. Пришел получить подтверждение. Вы потрясающий. Что вы сказали? У вас удивительное лицо. У вас такие мужественные черты лица. Вам кто-нибудь раньше говорил об этом? Нет. Тогда послушайте меня. Вы выглядите немного расстроенным. И вам может казаться, что иногда люди вас не понимают. Но однажды, поверьте мне, однажды люди наконец-то увидят, какой вы на самом деле. Вы правда так считаете? Однозначно. Вы замечательный. Можно мне подтверждение, пожалуйста? Вы. Мэм, вы прекрасны. У вас такие удивительные скулы. Правда? Сэр. Чрезвычайная ситуация. Где? Что, черт возьми, происходит? У вас столько жизненного опыта, который не ценят другие люди. Но вы-то знаете, да благословит вас. Это не посетители магазина, они пришли, чтобы увидеться с ним. Сэр, в отличной форме. Ненадолго. Молодой человек, у нас тут бизнес, а не клуб по интересам. Надо же, какой у вас замечательный костюм. Он вам так идет? Вы так думаете? Парни, вы так тяжело работаете. Да тут на вас только все и держится. Я всегда говорил, что никто нас не ценит. Да, мы тяжело работаем. Но кажется, как будто никому это не... Нет! То, что вы делаете, это так важно. Знаешь, я думаю, босс захочет с тобой встретиться. Вы молодец. Вы обеспечиваете сотни рабочих мест, что позволяет обеспечивать сотни семей. Это огромная заслуга. Это так приятно слышать. Я в большинстве случаев чувствую, что люди этого не признают. Я просто большой, плохой человек из ада. Совсем нет. Вы благо. Знаешь, у меня есть пара людей, которые, я думаю, захотят с тобой встретиться. Мистер Президент, не важно, что люди говорят, у вас по-прежнему отличный удар в гольфе. Да благословит тебя Бог. У вас шикарные усы. Я уверен, Том Селлик, например, смотрит на вас и завидует. Я не шучу. Спасибо. На здоровье. Мир между Израилем и Палестиной. Работник парковки помогает провести переговоры. Улыбнись. Бум стоматологии. Работник парковки задает новый тренд. Хью Ньюман. Человек, который меняет мир с помощью бесплатной парковки и бесплатных комплиментов. Это такое большое облегчение. У вас закончилась лицензия, сэр. Вот почему вы так хороши в том, что вы делаете. Вы так убедительны. Правда? Вы в самом деле так думаете? Ю, в чем ваш секрет? Мне просто нравится видеть, как люди улыбаются. Кажется, в мире нет ни одного человека, которого Хью Ньюман не заставит улыбнуться. Следующий! Абсолютно запрещены улыбки, ухмылки, юмор или общая веселость. Никто не улыбается на фотографии на водительские права, сэр. Это запрещено. Следующий! Следующий! Вы такая утонченная. Следующий! Виктория. Какое прекрасное имя. Следующий!
Вы так хорошо заботитесь о своем оборудовании. Они должны быть счастливы, что вы у них работаете. Мы закрываемся, сэр. Виктория. Я просто хотел увидеть вашу улыбку. Спокойной ночи, сэр. А где я могу получить? Мы не даем подтверждений, сэр. Следующий. Они подходят к вашим глазам. Вроде как. У вас самые прекрасные глаза, которые я когда-либо видел. Следующий. И вы питаетесь здоровой пищей. Это значит, что вы хорошо заботитесь о своем организме. И это прекрасно. А как вы заботитесь о своей собаке? Вы гуляете с ней 4 часа к ряду. Большинство людей не делают это, а вы так о ней заботитесь. Вы когда-нибудь улыбались? Да. Когда? Когда я была маленькой девочкой. О, готов спорить, у вас была прекрасная улыбка. Что с ней случилось? Следующий! Похож на кого-то, кого вы знаете? Следующий. Они черно-белые. Следующий. Следующий! Я просто хотел увидеть вашу улыбку. Извините. Следующий! Поставьте, пожалуйста, подтверждение. Вы в норме, я думаю. В норме? Вы сказали в норме? Да, вы в порядке. Разве вам нечего больше сказать? А смысл? Уведомление о закрытии.